Центра социального обслуживания «Вера» участники проекта «Активное долголетие» спешат к 9:30, почти как в школу. После урока физкультуры – клуб «Игротека». Пенсионеры играют в настольные игры, участвуют в мастер-классах или, как сегодня, слушают поэзию. Буду в Видное ездить, с людьми общаться, на экскурсии собираться, выставки мне интересны и судьбы. За делами и беды забудешь. Поэтессу зовут Валентина Карповна Карташова. Ей 80 лет, и последние 10 из них она пишет стихи. Тяга к творчеству пришла внезапно, после смерти мужа. Мне очень поддерживал сын. Он как-то мне: «Мам, ну ты давай, муж умер, и я в какой-то выныне впала», а он меня все вот так подстегивал. Был очень такой любящий, хороший сын. Ее произведения очень позитивные, светлые и жизнеутверждающие, как и сама Валентина Карповна. Настоящие манифесты молодости и долголетия, вопреки всем трудностям и невзгодам, которые она пережила за свою долгую жизнь. Что печалится о прошлом? То, что было, не вернуть. Виноват, наверное, возраст. Хочет вспять все повернуть. Не хочу впадать в уныние. Буду рада я тому, что Господь дает смирение встретить новую весну. Вот уже 2 года наша героиня – постоянный участник литобъединения «Рифма плюс». Произведения выдающихся поэтов и писателей объединения вошли в изданный недавно литературный альманах «На развилке поют соловьи». Среди них 7 стихотворений Валентины Карповны. «Война проклятущая, все ты попутала. Им бы бегать на танцы, любить парней, смеяться открыто, ходить в институты, стать женами, чтобы растить детей». Еще одно увлечение нашей героини – квиллинг. Ее работами украшен зал на 2-м этаже центра «Вера». К сожалению, сюда она приезжает не так часто, как хотелось бы. Дорога все-таки не близкая. Но каждое посещение центра и для нее, и для ее коллег по проекту «Активное долголетие» – это маленький праздник. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.